Установлена причина пожара в фистербольнице. Как сообщают в пресс-службе МЧС Республики, возгорание произошло в помещении сестринской комнаты. Специалисты установили, что проблема была в проводке, поэтому искры могли попасть на горючие материалы, которые находились в помещении. Напомним, два дня назад в здании физиотерапевтической больницы произошел пожар. В результате выгорело белье, матрасы и одеяло. Пострадавших нет.